В продолжении эфира 15 июня будет сочная рубрика «Extra Virgin», в которой мы отжимаем самое интересное из жизни города и страны. Повышение цен на коммуналку. С 1 июля 2020 года в Ярославской области должны вырасти цены практически на все. Газ, электроэнергия, вывоз мусора, а также водоснабжение. Коммунальные услуги, к которым относятся вода, тепло, электроэнергия, газ, повысятся в среднем на 5,6%. Более подробно на сайте прогород76.ру. Это была наша постоянная рубрика «Extra Virgin». Специально для вас в ней мы отжимаем самое интересное из жизни города и страны. Если вам нравятся наши новости, то ставьте лайк и подписывайтесь, чтобы не пропускать новые публикации.